По словам директора Центра исследования геноцида и сопротивления населения Литвы Беруте Бураускайте, все материалы, включая свидетельства близких участников Холокоста, собрал обозреватель Аркадий Винокур. А рецензию на книгу напишет она сама, ее коллега Арунас Бубнис и еще несколько экспертов Центра. Это немного опровергнет желание говорить, будто все одобряли Холокост или даже сейчас одобряют. Там будет много людских мнений. Я думал, что мы найдем тех, кто захочет давать интервью, зная, что они будут опубликованы. Разговорили примерно 40 человек. Живых исполнителей уже нет ни одного, сказала она агентству БНС. Руководитель центра надеется, что книга появится в продаже до Рождества. В ней названы 40 человек, которых суд признал виновными в участии в Холокосте. Отметим, что ранее говорилось о списке из 2000 фамилий лиц, причастных к массовому истреблению евреев в Литве в годы Второй мировой войны.